Команду «Воздух» могли сегодня давать друг другу зеваки. Только лишь для того, чтобы полюбоваться на пару самолетов Су-30. Это многоцелевой истребитель, предназначенный для завоевания господства в небе. Но в орловском небе двойка сухих только лишь тренировалась перед скорым днем победы, который все-таки будет отмечен авиационным парадом. Такие же полеты запланированы на 30 апреля и 8 мая. А в 9 мая планируется воздушный парад, который подарит орловчанам 8 экипажей Су-30.